это вот тоже к этой теме. Мне этот ролик прислал кто-то из наших. Троценко или Виноградов, скорее всего. Вот. А там человек просто показывает, что он из семечка в своем саду вырастил вот такие прекрасные яблоки. Да? Хороший пример. Вот. Теперь, значит, так, вопрос мне задали, он уже касается практически груш, да и вообще всего. Ну, вы теперь опытные ребята, давайте попробуем это рассмотреть, эту картинку. Я не собирался этого делать, но потом не удержался. Давайте, во-первых, видите столбы? Вон столб, здесь была ограда. Значит, доля ограды метр туда и метр с той стороны не пахали. Посмотрите, какая жирная трава, сравните с этой травой. Раз. Теперь. Это к тому, что не пахали. Понимаете? Дальше. Посмотрите, как я садил яблоньку. Я ее изувечил. Вот. Это я сейчас говорю. Руки оборву, если кто вижу секатором. Не выдержу. Вот. Но это было. Но уже тогда я уже знал так. Холм. Так. Зарастил его. И чтобы не мешало развиваться, корни должны развиться, бедная почва. Посмотрите, какая у меня почва. О, кстати, полюбуйтесь. Вот. Ее суглинком даже не назовешь, какая-то супесь. Что такое? Вот. Дождь прошел, красота, ни грязи тебе, ничего. И вот получается, что я предлагаю этот способ, как назовем его универсальный, на все случаи жизни. Вот. Почему? Сейчас поймете. Я не зря эту фотографию влепил. Но мы сейчас с вами еще попутно несколько посмотрим, и я же как подвожу к этому постепенно.